Мы видим, что специфика Казахстана в том, что банки все-таки боятся тех возможностей, которые открывает интернет, и по умолчанию все карты, которые выпускают своим клиентам, блокируют от использования в среде интернет-коммерции. Поэтому только те люди, которые либо постоянно пользуются, да, интернет-платежами, либо имеют какую-то обязательную потребность в использовании карт в интернете, открывают свои карты и пользуются. И это, в частности, является препятствием для дальнейшего распространения. По нашим подсчетам, ориентировочно около только 5-10% оплаты товаров среди интернет проходят с помощью безналичных каких-то систем. Все остальное – это только оплата наличными средствами по факту предоставления услуги или товара. В свою очередь, для того, чтобы исправить как-то эту ситуацию, мы реализовываем кампании в Казахстане. Пару лет назад мы делали совместную с компанией с КТЖ, в рамках которой мы разыгрывали сертификаты среди клиентов, которые оплачивали свои железнодорожные билеты через веб-сайт КТЖ. Безусловно, это дало хорошие результаты, но мы увидели, что охват клиентской аудитории слишком маленький. И уже в этом году, то есть с декабря по февраль 2015 года, мы проводим кампанию, которая на самом деле на более низком уровне работает с клиентами. То есть она, во-первых, информирует клиентов о интернет-транзакциях и о том, что можно карточкой воспользоваться в среде интернет. Во-вторых, рассказывает, как это сделать безопасно, эффективно, на каких сайтах и с помощью каких технологий нужно оплачивать. И в-третьих, мы даже обеспечили физическое присутствие. Мы организовали специальную лабораторию, которую могут клиенты посетить в одном из шопинг-моллов для того, чтобы сами попробовать, как выглядит оплата с помощью карты в среде интернет-коммерции. И если у них все получится хорошо, они получают поощрительный приз. Вот. Поэтому наша работа заключается как в предоставлении различных технологий и программ клиентам, банкам, коммерсантам, так и в том, чтобы напрямую клиентов информировать об этой возможности и обучать пользоваться своей карточкой.